16 июля. Стартует колледж «Гора Моисея 2018, который соберет более 12 тысяч человек с разных стран мира. Одним из спикеров колледжа будет пастор Робер Дион, президент Ассоциации протестантских церквей и евангелистских миссий Кот-д'Ивуара, Африка. Пастор церкви численностью более 250 тысяч прихожан. Робер Дион будет учить на тему «Демонология. Христианское учение о злых духах». Колледж «Гора Моисея» — это время твоего подъема. Присоединяйтесь, это время реформации и мощного прорыва для каждого. Если ты еще не зарегистрировался, сделай это прямо сейчас. Звони по удобному номеру телефона.